Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Epic Games 007 на связи, и мы продолжаем играть в игрушку Ars Fatalis. Честно говоря, у меня прошлая часть записалась немножко не полностью, но я думаю, что вы ничего не пропустите. Основное там есть, то что я дал гоблину, вернее нашел сначала гоблина в таверне, который нам должен подписать наше соглашение. Вернее, разрешение, что мы торговец, что мы торгуем самоцветами. И вот я брел здесь и набрел на одного тролля. Не хочет он меня пропускать. И я, честно говоря, решил не ломать голову и просто-напросто пройти силой. Поскольку я думаю, что позволяет игра это все делать. Разобрался, в принципе, я с магией. Для тех, кто не знает, рассказываю. Смотрите, вот у меня, допустим, сейчас... заклинание огненный шар. И можно складировать до 3 заклинаний. То есть, чтобы не делать их перед врагом в реальном времени, да, а подготовить и потом их уже как бы нажал на клавишу, как в обычных RPG. И, собственно говоря, появляется это заклинание. Очень удобная система. Значит, смотрите, что мы делаем. Входим в магический режим. А для начала, как всегда, нам надо настройки опять менять, потому что почему-то они сбиваются. Не знаю почему. Так. Йок. Итак. Отлично. Теперь нажимаем Shift, держим Shift и отпускаем Ctrl. Вот. И у нас появился, видите, вот шар, да? Первое наше заклинание. Делаем еще. Еще два таких же. Вот этот йог у меня не получается часто. Так, тарк. Вот здесь этот тарк, если чуть-чуть не так повести, там другая получается. Есть, отлично. И еще раз. Йог. Так. Вот этот полис получился. Чуть-чуть не туда направил, и другая руна получилась. Так. Отлично. Отлично. Теперь смотрите, что мы делаем. Просто нажимаем на единичку. Ух, получи. Да, я знаю, ты любишь драться. Ох ты ж. Два удара ему хватило. И добьем его. Отлично, все. Теперь мы можем пройти со спокойной совестью. В эту локацию. Я, правда, не знаю, что здесь такое. Но если он меня сюда не пускал, то мне сюда надо. Определенно. Вот. Здесь я сохранюсь, разумеется. Так.